Всем салют из солнечной Доминиканы, ребята, совсем вам забыла показать и рассказать. В общем, была такая история: у моей подруги кот перевернул кашпо с дендробиумом, и у него отвалилась старая псевдобульба с вот этими молоденькими прикорневыми детками. В общем, она не знала, что с ними делать, я же, конечно, не растерялась, выпросила, забрала, но тоже не знала, думала, выживут хорошо, не выживут, значит, не судьба. Но забрала, куда приткнуть их не знала, потому что подходящего горшочка не было, и блока тоже, и я решила их приткнуть в вот это гнездышко с моей тилансией. И через парочку неделек я ее так вот перевернула таким образом, и увидела, что у нас есть вот такие корешочки. В общем, с тилансией они себя нормально чувствуют обе, я так понимаю, взаимодействуют. И сейчас вот здесь вам придется поднапрячь зрение. Есть вот слева, вон там в глубине серебристый, и вот справа побольше тоже один такой симпатичный корешочек есть. Где-то есть еще один, сейчас найду. А вот там вот справа наверху, вот да, между лозой пассифлоры, вот он торчит, у нас еще такой малыш. Так что мой, так сказать, форс-мажорный эксперимент удался. Я, конечно, не надеялась, но думала, чем черт не шутит. Но такой способ, думаю, подойдет только для укоренения, потому что взрослое растение будет здесь неустойчивым. Вот, и я, скорее всего, его тоже скоро пересажу. Но сам факт, попытка не пытка. И опять-таки такой способ, я думаю, не подойдет для наших квартир, потому что нужна высокая влажность. Это если только у вас есть какой-то террариум или большой флорариум, или зимний сад. Ну или может у вас есть сильно много времени, чтобы постоянно их обрызгивать. Или если вы живете в таком влажном тропическом климате, как я. Так что наша сладкая парочка чувствует себя превосходно. Обмениваются влагой, питательными веществами. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока, счастливо!